Опа, здорово, пацанчики, с вами Старый, и это у нас обзор игры за Дикого в Escape from Tarkov, соответственно. Так, значит, что у нас тут? Ну, тут у нас самое главное, это сейчас не словить маслину от кого-нибудь, в том числе и от своего собрата, скажем так. Вот, сука, смотри, тут уже кто-то был. Ну, соответственно, ключа здесь нет. У нас, в принципе, это начало рейда. Относительно, по-моему, всего там 7 минут он идет. Значит, мы можем попробовать пойти и кого-нибудь тут найти и застрелить. Несколько раз я довольно успешно за Дикого играл. Убивал ЧВК. Других диких я без надобности не трогаю. Если они только сами не начинают по мне стрелять. Ну, я тут прям даже уже и не знаю. Скорее всего, тут ящики тоже уже все осмотрены и прочее. Много очень ходят сейчас. Интересно. Много ходит споров о том, что же дала эта игра за Дикого. Кому она что-то дала. Очень много народу, которые там сразу же идут, лутают пару ящиков, убегают, соответственно, на выход. Много народу, которые валят своих всех без разбора. Это подбешивает, я бы так сказал. Потому что вот хочется же, лично мне хочется повоевать. И мое мнение таково, что все равно каждый будет играть так, как он хочет. И штрафы, не штрафы вводить, это все, по-моему, бесполезно. То есть... Ох, кто-то там стреляет. Лично мне, например, хочется повоевать. То есть найти кого-нибудь там из... собственно, представителей ЧВК и замочить его. Один раз у меня неплохо получилось, я там с этого огреб себе даже калашик, там какую-то броньку, еще что-то. А так... СКС, по-моему, херачит, или калаш. Что-то такое. Ящики, мне кажется, уже все вынесены. Посмотрим. Тут уже кто-то был, скорее всего, это был Дикий, который здесь же появился. И быстро-быстро ломанулся. Соответственно, за добычей. Ёпа-мать, а их там было двое. Ну, это было клёво. Нормально, одного я всё-таки вынес. Да. Да. Ну, это было весело. Вот этим мне, собственно, Дикие и нравятся.
О, одного, да, одного я все-таки убил. Ну, дальше я не знаю, может там какая-то у нас последует нарезочка из фрагментов, хотя ничего стоящего, к сожалению, мне записать не удалось, а то, что было действительно стоящее, не записывалось. Ну ладно. Ну что ж, господа, после игры за дикого решил я сгонять на таможку за представителя частной военной компании. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Готов. Очень удачно он высунул башку. Так, что это у нас за персонаж такой был? Дикий, что ли? Нет? Возьмем. Ну ладно, пойдем. Даже я бы сказал, побежим. Даже не знаю, есть ли смысл в общагу идти. Так, а там в общаге на первом этаже дверь открыта. На втором тоже, кстати говоря. То есть общагу, в принципе, уже обшмонали всю. Так как играешь в одно лицо, приходится быть аккуратным. И не ломиться хер знает куда. КПП закрыт. Тут все открыто уже нахер. Тут уже кто-то пробежал. Соответственно, ящик тоже уже пустой будет. Причем пробежать мог как какой-нибудь топорист, так и дикий. Который появился вот здесь, пришел сюда. Тут облутал, все вынес и ушел на выход без войны, скажем так. Ни хрена не вижу этот самый маркер. Все, готов. Жаль, не упал с крыши.
кстати. Кто-то еще звездит какой-то этот. Ну вот, хоть что-то соберу. Скажем так. Это, по-моему, единственный упомянутый тут ящик. Ну что ж, господа, теперь мы с вами идем на таможню, но уже несколько в другом облике. Взял я с собой нож. Основной наш, скажем так, основная наша цель — это попробовать все-таки найти ключ в этой сраной каморке. Вот, к сожалению, откинул нас довольно далеко. Блин, не, нафиг, пойду вот здесь. Не знаю, честно, теперь уже сколько я проживу, конечно. Лучше бы, если бы мы начинали в другом месте. Потому что сейчас любое тело с каким-нибудь пистолетиком или дробовичком. Сможет нас преспокойненько уделать. Передвигаемся мы исключительно бегом. Так, дверь пока еще закрыта, значит, что через эту дверь еще никто не выходил, но мог выйти с другой стороны. Вполне себе. Интересная тема, рискнем. Твою мать, почему он Ctrl не берется? Сука. Отлично. Так. Обыскиваем сумочку. Сумки пусто. Обыскиваем жилеточку. Значит, здесь уже был кто-то. Опа. Давай посмотрим. Слушай, ему похеру, а? Если бы я появился чуть ближе, я бы, скорее всего, пошел бы в общагу, там посмотрел, что там есть. Но тут уже, честно говоря, смысла я особого не вижу туда идти. Сейчас так пронесемся тут. Посмотрим. В принципе, грубо говоря, у нас уже на следующий рейд есть с чем пойти. Это дробаш и ПМ. Либо же это все дело можно продать тупо. Опа, ништяки. 10 000. 10 000 уже у меня есть. А тут у нас кто-то стреляется.
Допрыгался. У нас тут закат. Сейчас как раз на закатике сходим еще разочек за дикого. В принципе, да, ни хера тут нету. Там гранату можно было взять, но так, ну тут, кстати, кто-то вроде же уже вышел. Решетки открыты. Ну что ж, в принципе, можно считать этот рейд удачным, потому что мы с вами получили 5000 опыта. Надыбыли пистолет, надыбыли дробовик. И еще некоторые вещи на продажу где-то в районе 25 тысяч примерно. Так что вот так. Ну, ну че, братва, нам попался самый дикий-дикий. Он, сука, тупо с ПМом. И это, конечно же, ничего хорошего, если я не представляю. Так, опять, ну-ка, понятно, рейд идет минут 5. А вот. Ну, пойдем займемся тем, за что ненавидят всех диких. Пойду я сейчас. Лутанусь тут. Вот, и пойду на выход. Херась тут. Вот этого, кстати, я бы завалил бы и ушел. Но нет. Как интересно, а куда это интересно он стрелял-то? Сдается мне, что там крыса какая-то завелась, которая, сука, своих коцает. Ого. Что, башка болит? Бухать надо меньше. Надо же. Внезапно. Ну, двое. Ух ты, Салива. Епён, мать. Лучше салим забрать. И хуй мой танцевал чечетку. Вбивай янь в ноги и остынь.
Как он так быстро тут оказался? Хорошо прилетело. Ни хера не видно, да, эффекты боли прикольные, конечно.